Сегодня в швейцарском Давосе стартует Всемирный экономический форум. Участие в нем принимают лидеры десятков стран и международных организаций. Ранее экспертами был обнародован доклад, в котором указывается, что имущественное неравенство на планете достигло пиковых значений за последние 10 лет. И в дальнейшем оно будет только нарастать. Состояние миллиардеров за прошлый год в среднем росло на 2,5 миллиарда долларов ежедневно. В то время как беднейшая половина человечества стала беднее на 11%. Не приедут в Швейцарию Трамп, Макрон и Мэй. Первый добивается отмены шатдауна, второй остается в Париже в связи с забастовками желтых жилетов.